Добрый день, уважаемые зрители канала «Двигатели Дуйнова». С вами Александр Сударев, и в этом видео я расскажу вам о части приключений нашей съемочной группы в Поднебесной. За поездку в Китай к партнеру проекта Виктору Арестову мы получили массу впечатлений, и этот день не был исключением. Нам довелось посетить филиал Харбинского университета, расположенный в славном городе Вэйхай, одного из крупнейших университетов Китая. Численность студентов филиала достигает более 11 тысяч человек, а численность преподавательского состава – порядка 540 человек. История вуза достигает почти столетнего возраста. В том числе данный вуз входит в десятку сильнейших инженерных университетов мира и занимает почетное 7-е место. Дело в том, что, как многие из вас уже знают, Виктор Арестов активно продвигает технологию совмещенных обмоток «Славянка» на территории Европы и Азии. Сделанными им двигателями неоднократно интересовались различные университеты, например, Болоньи, Бангкока и Дюссельдорфа. В этом же конкретном случае работа Виктора также осталась не без внимания. Технологией заинтересовалось правительство Китая, и им же было инициировано посещение Харбинского университета. В самом университете Виктору, а также нашей съемочной группе, был организован очень теплый прием. Была проведена экскурсия, в ходе которой все ее участники были впечатлены площадью университета. Она действительно огромна и представлена в виде небольшого городка, состоящего из разных корпусов, разделенная спортивными площадками и парковыми зонами отдыха. Посетив учебные аудитории и лаборатории, больше всего запомнилась лаборатория по исследованию океана. Воодушевившись девизом вуза, который звучит так: «Высокие стандарты, оптимальная подготовка», наша группа направилась в лабораторию, где полным ходом шла подготовка к очередным испытаниям двигателя с совмещенными обмотками «Славянка». Процесс затянулся. Мы наблюдали за оживленными дискуссиями Виктора и директора университета, в ходе которых участники не раз прибегали к начертанию схем на доске, неоднократно совершали расчеты как на бумаге, так и в уме. В итоге испытания в этот день не закончились, а наше посещение университета скорее только разожгло интерес представителей как университета, так и правительства к двигателям Дуйнова. Все запланированные тесты провести попросту не успели. Но одно я могу сказать с уверенностью. Технология совмещенных обмоток «Славянка» в очередной раз подтвердила свою эффективность. А команда проекта «Двигатели Дуйнова» — свой профессионализм. Результаты тестов, к сожалению, предоставить сейчас я вам не смогу, так как испытание нельзя назвать завершенным. Но я очень надеюсь, что как только появится возможность, мы обязательно подготовим для вас соответствующий сюжет. Спасибо за просмотр, обязательно напишите комментарий к видео и подпишитесь на канал. Будьте в курсе всех последних событий проекта «Двигатели Дуйнова». До новых встреч!